Я стою здесь как кандидат в президенты от всей страны, от всей России. Автозаки в Челябинске появились, но их 3 штуки. Сколько в них можно запихнуть народу? Ну, это когда выходят тысячи, с ними бороться невозможно. В исправительную колонию общего режима сроком на 3 года 6 месяцев лишения свободы. Срок отбывания наказания исчислен со дня вступления. Заявление в СИН, которое пришло незадолго до нашего выпуска. Скончался Алексей Навальный. Как сообщили в управлении службы по Ямало-Ненецкому округу, после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потерял сознание. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. We've all just received reports that Alexei Navalny has died in Russia. And if confirmed, this would be a further sign of Putin's brutality. Putin's Russia imprisoned him, trumped up charges against him, poisoned him, sent him to a Arctic penal colony, and now he's tragically died. And we should hold Putin accountable for this. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, Путина, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро.